Я вас сфотографировал. Можно? Вы как абориген. Влад, что ты делаешь с этим деревом? Я тоже хочу. Снимите. Это профессиональные навыки просто. Итак, мы играем в Fallout 4, господа. А как мы видим, игра еще довольно сырая, мы здесь сидим в шахматной шахматной. Это новый тренд. Ну, она же еще не вышла, правильно? Это специальная версия для блогеров. Ну, мы надеемся, что Bethesda еще, в общем-то, заделает, доведет дома наш Fallout, да? У меня такое ощущение, что... Добрый день, с вами Дорфа, мы играем в Battlefield 3. Да, игра явно не доделана. А, я понял, это Battlefield 5, Alpha T. FFA проиграем. FFA? FFA. А, FFA, окей. Каждый сам за себя, типа, такой. Я запустил мячик. Я забил гол? I'm Стой, 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 стой. Огреби мостом. I'm Batman. Огреби мостом. Ну я ж Бэтмен. Мостом сказал по голове на. Да убейте уже кто-нибудь этого дебила на. Надо было тебе сказать, что мы в Сталкер 2 играем. Ну-ка, Бэтмен, иди сюда. Сейчас накажу. Твою мать. Бэтмен. Что это такое? А световым мечом не хочешь? Зацени световой меч. Искусство кунг-фьюри. Улетел. Это была битва титанов. Один титан бился против другого титана, но поскольку они оба драться не умели, получалось что-то похожее на бои инвалидов. Тебе не побороть мой световой меч. Да боже, это что там, гирлянда что ли навешена? Если бы они еще отскакивали друг от друга, было бы эпично. Узри падение ФПС. Тактика Дудоса. А он меня застрял. А Влад не может вытащить свою колымагу отсюда. Я нашел... Здание видишь какое-нибудь да, рядом? Да, вижу здание. Какое? И я уже в нем. Какое? А, бетонное. Защебись, блин. Там много эрроров? Ну, там есть эрроры по одному на каждое окно. Ну, как обычно. А окон много? Ну, да. А дырка есть? А дырка есть. В стене? Да. Я чувствую себя охотником, выслеживающим дичь. Я вижу электролычку. Даже две. А вот две... Значит, негров убиваем, да? Ты представлял для меня угрозу. Ты мог сбить меня с лестницы, я бы покатился вниз и сломал бы копчик. Как бы мы не хотим говорить то, что мы защищаем научную лабораторию, но мы, если мы защищаем, то защищаем вообще охрененно. А от кого вы да. защищаете? От вас. Мы ведь против вас играем. А, да? Убиваем. Они нашли наших комбайн-солдеров. Чёрт. Чёрты. Нужно выставить патрули. Придурки, идите воюйте. А где? Чё вы на меня вылупились, блин? Я здесь. А, двери. Что вылупились, пи***ц? Идите воюйте. Ну, может, им стимул надо дать. Волк Валюплюх на связи. Волк, ответь. Жандармерия особых преступлений Анклава слушает. Пошел нах. Я ведь Рейвен Рок уничтожил ради того, чтобы с тобой тут разговаривать. Мамку еб... Я сижу, обороняю видики и при этом недалеко от спавна. А мы тут уже всю карту знаем. Окей, они около спавна. Хорошо. У меня хорошая новость. В рацию говори только, а то я не слышу, где они. Анклав, они прознали, что мы около спавна.
Нифига подобного! Волк, мне кажется, они в этом здании. Куда делся? Я у того здания. Цель вне зоны видимости, повторяю, цель вне зоны видимости. А ты вообще едина? Ладлен так серьезно просто сейчас играет. А мы рапхиры. Волк, я вижу какого-то отшельника. Возможно, это враг. Он чё? Ушел направо за забор. О, я снова вижу его, он из-за угла вываливается. А, Волк, это был ты. Ну чё ж ты в рацию-то не говорил? Подожди, я перезаряжаюсь. Фу! Набрызгали тут на стены своим страхом. Ну, анклавский связной, ты где? Нечестно. База завоевана. Да вы там все уделали, все стены. Не нравится, не ясно. Да. Может, надо еще одну поставить? А заставь весь потолок ими. Чего у вас там за Tower Defense, я не понимаю. А, это вот так вот мы видим, в общем, новая фича Fallout 4. Элементы Tower Defense. А, нет, строительство своих... Ой, ёлки! Эй, почему тебя не сожрали? Ты чё, не всех? Ты всех? Да? Прием. Меня убили. Волк, докладываю обстановку. Прямо у входа висят 5 пальцев. Заткнись. Ты не заткнешь меня. Я передатчик. Мне кажется, вы сами самовыпилитесь уже, пока я себе. Да мне кажется, они. Я не знаю, от кого там они. Я не понимаю. Я понял, от кого. Все. Закройтесь, закройся. Я дверь открываю, а там туса. Они на нашей стороне, смотри. Вау! У меня такое ощущение, что я в каком-то думе влагающем там, да. У меня 4 патрона, подождите. Эй, я вас спас, а вы меня! Операция выполнена. А вы что с мингами делаете, ребята? Итак, ты готов? Нет. Пойдёшь! Вот ты, блин! Так и блин! Чёрный тигр, ты лечи! Братислав, надо собирать. Уходи. Костя, ты чё такой борзый, а? Сейчас нажать я порежу. Я первый. Я Костя. А! Вижу. Я сказал, что я зарежу. Я зарезал. Начальник, он летает. Идите, моти, возьметь не буду. Разсиделся тут. Сейчас. А просто я... Костя использует полет. Вот, я тоже решил, что я могу. Привет. Давай. Надо приделать к этому трастеры. Чего я тут? Я идею подаю. Сейчас притащу обратно. Ой, шарик. Шарики. Был бы я пони. А, черт, какие глюковые шарики. Сём, стой, да. стой, Сём, стой. Дай я кого-то вижу. Шарики! Шарики. Я думаю, меня сразу убьет. Я вижу автобус. Я дядя Дов, водитель автобуса. Где ты автобус увидел? Это вообще? Автобус для дофига. Владлен? Да. Владлен? Погоди. Оооо!